Доброго времени суток, дорогие мои подписчики, гости моего канала Афромангу Мукбангу. Ну что ж, сегодня чай свежезаваренный. Гринфилд без лимона. Чиабатта с кетчупом и с сыром и с колбасой. Вот такая. И майонезом. Да. Я уже поменял вот их тарелку сюда и это. Да. Потому что чайник непрозрачный, не видно, сколько ты там наливаешь. А если слишком много наливаешь, то при кипячении вся вода выплескивается. Когда кипит, вода выливается. Да я сказал, только что сказал так. Конечно. Рассказываю историю коротенькую. Написала подписчица. Видела, как какой-то мужик перебегал через дорогу. Мужчина. Ехала карета, и он попал под лошадь. Невнимательность, наверное. Либо он отвернулся. Ну, посмотрел там в другую сторону и лошадь не заметил. Еще, может быть, у него это наушники были в ушах, не слышно этот сокот копыт. Это было, он только знает. Да. Отделался, наверное, легкими ушибами. Испугом, естественно, конечно. Лошадь тоже испугалась, наверное. И еще одна история коротенькая. На Петроградке тоже шла по Петроградке. И люди этот. Кто-то упал. Ну, человек, наверное. Ну, наверное, там не чистят, наверное. Вечно вот эти вот тротуары нечищенные.
Мы в поисках. Да. Конечно. Да. Да, в общем, давина тоже нельзя остановить, как и автомобиль. Конечно, естественно. Вкусненько, да? Не, эти чабаты не усилия, не желаю. Прямо я привыкла к дрожжевому цвету хлеба. Рассказывайте мне свои истории интересные, либо в комментариях, либо на трансляции. Да. А я их буду зачитывать на мукбанге. Да. Ну что, делайте сейчас что-нибудь? Перекусил. Ясно. Но сытная чабата-то. Да вообще завтрак должен быть сытным. Хотел опять один чай. Угу. Так, ты чай не будешь больше, да? Нет, нет, чай налей. Я хочу... Нет, там кипятка мало, я хочу себе налить. Ну ладно. А ты только что воды там напился. Да, у тебя прям чуть-чуть было-то. Вкусненько.
А сейчас колбаса всегда вкусно. Угу. Классический. Только тогда в Советском Союзе не было чиабаты. Угу. Не помню. Ну, был батон 13 копеек или 15 копеек. 14 копеек хлеб с женой. Угу. Раньше было очень вкусно, чем сейчас. Угу. То есть мы вообще не знаем, что мы едим. Да. Даже хлеб это был вкусный. Угу. Не говоря уже о колбасе, о сыре. Угу. Угу. И об остальном. Больше этого самого массы нет, я все съела. Угу. Потому что молочку надо кушать свежую. Ну что? И так ночь полежала. Масса. Так, кетчуп у нас шашлычный. Угу. Маленькая упаковка. Угу. Больших не было. И там еще краснодарский кетчуп есть. Угу. Лечо тоже не было. Лечо, наверное, разбирают быстро. Конечно. Разбирают. Вон, хочешь лимонаду попить? Лимонад. Его надо открыть. Здесь открывай. Здесь что-то. Вот это немножко. Угу. А что так темно-то, господи? Это камера так. Чего? Не поняла, чего. Камера, говорю. Что камера? Делает темно. А, ну, изображение. Сделать посветлее. Угу. Знаю, что слышу. Интересно, крышечка с этим сердечком. Угу. Больше пробовать? Ну, пей. Ты ж себе купил, пей. Он кружку налей, что ты как это. Как полевых условиях. Да. Удобнее же пить из кружки, правильно? Барбарис лимонад. Да. Производство. Чего? Чего производство-то? Не знаю. Наш, наверное. Хорошо. Сильно газированный. Да. Так и есть. ГОСТ 100% сахар.
Ой, хорошо. Вкусненький лимонадик. Вкусненько. Ну, лучше лимонад, да и соки всякие разные. Да. 100%. Ой, извиняюсь. Не, ну что ж. Ну, мукбанг закончил. Спасибо, что меня посмотрели. Огромное. Ставим лайки, пишем комментарии, задаем вопросы под видео. Не забываем нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Мы с вами не прощаемся, еще увидимся. До следующего мукбанга. Что будет сегодня? Батюшки, неужто?